Тестирование в 2016 году будет проводиться по программам 2015 года. Школа сама формирует весь пакет выпускников, которые будут проходить внешнее независимое оценивание. Какие особенности этого года? Первое – это то, что действительно сертификаты только 2016 года. Каждый выпускник имеет право сдать не более чем 4 теста. Кроме украинского языка, математики и истории Украины, еще в государственную итоговую аттестацию включен иностранный язык. И школа сама будет раздавать результаты выпускникам, ну или их родителям. Регистрация к внешнему независимому оцениванию началась вчера, 1 февраля, и заканчивается она 4 марта.